9 человек из небольшого села Река Гучемчирского района отдали жизни за родину во время Отечественной войны народа Абхазии. Еще 5 погибли в сложное послевоенное время, ведь ситуация оставалась напряженной. Однако памятника, посвященного подвигу героев, в селе не было. Сегодня здесь идет строительство мемориала памяти погибших защитников Отечества. На работы из республиканского бюджета выделены 5,5 миллионов рублей. Я лично и наши жители села Река, мы благодарны нашему руководству, президенту, премьер-министру, нашему депутату Гогю Демуру Славовичу. Спасибо, они посодействовали. Мать героя Абхазии Юрия Кучуберия, выходца из села Река, рассказывает, что сын погиб в 30 лет в Тамыше. Он с самого начала, как и все ребята, которые защищали родину, ни разу не усомнился в победе абхазского народа в этой кровопролитной войне. А что мой сын, как все, он тоже воевал. Он никогда не давал мне даже знать, где он был, где он находился. Как-то ночью он прошел. Ты чё, говорит, не спишь? Как могу? Я говорю, спать 3 часа ночи. Ты знаешь, говорит мама, вот когда, говорит, перешел, переехал, говорит, Шеварднадзе, Ингурский мост, он уже, говорит, проиграл. То, что сейчас делается, это большая память, большая история для будущих, растущих поколений. Очень я довольна, как и я, так все село довольное. И мы оцениваем это как со стороны государства очень хорошее дело, так как они нас поддержали, как бы ни было трудно, все равно выделили эту сумму и начали делать. Пусть помнят, будущее поколение пусть помнит незабываемое, что наши ребята и что наша Абхазия перенесла в те годы. У нас маленькое село, у нас был личный состав до 200 человек, погибло 9 человек. Но в основном они погибли в Тамыше, в Ахалдабе, в Реках. У нас такие позиции были, у нас сопки были, как-то мы защищали и село, защищали себя. И в Реках 2 погибли. Это Рома Куртава, Арушан Кишмаль. Остальные погибли вот в Ахалдабе, в Тамыше, в Мишвели. Здесь Юра Кучубея, герой Абхазии, который вот третий полк, мы батальон, 4-й батальон, 3-го полка. Здесь в Бедьях, в Беслахубах, в Паквашах, все техники он сбивал, он был тусовщик. Он поехал с нами, когда высадка десанта была, он поехал с нами в Тамыше, он там погиб. Вот такие ребята были, все были героями. И сегодня то, что делается, это мы ждали уже 30 лет. И как-то хочу сказать спасибо, кто посодействовал. Мемориал погибшим воинам будет располагаться рядом с памятником героям Великой Отечественной войны в селе Река. Заказчиком работ выступает управление капитального строительства, исполнителем госкомпания «Абснер-Галара». Они залили эти все подпорные стены, все выровняли. Там стандарт тоже, я вам скажу, 20 на 25 метров вот эта площадка. Сам памятник надо установить высотой 5,5 метров, облицевать ограду, лестницу, это все брусчаткой покрыть площадь. Старый памятник там стоит, погибшим в 41-45, то его тоже привести надо в порядок. Строительство мемориала защитникам Отечества в селе Река планируют завершить до конца года. Гугуца Вардания, Амраза Ранди, Анатолий Маланя, Абхазское телевидение.